Йоу! Всем привет, братья мои и сестры! С вами, как всегда, я, Утес Шиморо, и добро пожаловать в World of Warships! Ты знаешь, на протяжении многих видео ребята спрашивали меня, говорят, Шиморо, покажи нам своего Левиафана. Я рассказывал про размер моего Левиафана, эти вопросы мне тоже часто задавали. И только в этой игре я наконец-таки понял, что могу показать тебе своего огромного Левиафана! Вот он, мой Левиафан, друзья, встречайте! Итак, мы находимся сегодня в World of Warships, значит, это игра про корабли, как бы ты знаешь, от создателей танков, самолетов и так далее, которые я для тебя уже снимал. Значит, сегодня мы будем с тобой катать в сумеречные бои, и у меня для тебя, естественно, есть ссылочка на премиум на 5 дней, как бы... Можешь пройти, скачать, получить игру, получить от нее удовольствие. Значит, сегодня я буду смотреть. Давно я не играл в World of Warships. По-моему, я играл в нее, делал стрим на старте своего канала когда-то давно, несколько лет назад. То есть мы поигрывали с тобой, получали удовольствие. Я, в принципе, помню все механики, поэтому сегодня будем шарандашить. Но прежде чем мы будем с тобой шарандашить и катать в корабли, мы, значит, с тобой получим подарок от Дедушки Мороза. Чтобы получить подарок, за, соответственно, от Дедушки Мороза, ты переходишь в контейнеры, нажимаешь «Контейнеры от Деда Мороза» и забираешь свой подарок. Вот он, с Новым годом, командиры. Давай посмотрим, что же мне приготовил Дедушка Мороз, борода из ваты. Командир красивый, веселый, бородатый. Все прошло успешно, подарок в скором времени будет ждать вас в порту. Эй, эй, хоу, подарок скоро мне привезут в порт, говорят. Вот он мой подарок, 2 контейнера. Давай посмотрим, давай. Что же в этих контейнерах? Что это такое? Что это? Что это? Легендарный кодовый сигнал японского флота! Невероятно! Давай посмотрим, что во втором контейнере. О да! Мы всегда мечтал о кодовом сигнале. Так, а это же что такое у нас? Это что такое? Плюс 10 тысяч свободного опыта! Теперь я стану прокачанным командиром на своем, естественно... величайшем аккаунте, черт побери. Ладно, давай посмотрим, что умеет Левиафан. Давай с тобой повоюем. Может быть, повоюем не только за Левиафана. Это мой большой корабль. Я, как говорил уже, меня ребята спрашивают постоянно. Говорят, Шиморо, ты своего Левиафана на видео не показывал. Я говорю, ну блин, это YouTube, нельзя показывать такое, как бы. Поэтому в виде вот World of Warships я тебе покажу сейчас, на что способен мой Левиафан. Пойдем, короче, топить корабли. Поехали, вступаем в бой. Сумеречный бой нас ждет. Ну что, братья мои и сестры, а теперь все шуточки-прибауточки кончились. Прямо сейчас мы с тобой отправляемся в сумеречный бой. Все наши воины готовы. У нас есть карта, у нас есть корабль Левиафан, на котором мы должны уничтожить вражеского противника. Точнее, вражеского врага. Точнее, врага, который будет против нас сегодня воевать. Знаешь, все воины готовы, я буду работать под прикрытием. Итак, значит, мы с тобой командиры корабля, да? Как ты знаешь, корабли умеют двигаться вперед, вправо-влево, могут двигаться полный назад и останавливаться, значит. Это игра про тактику, про то, чтобы, соответственно, продамаживать коварных противников и не давать им, соответственно, дать тебе пиндюлей, как говорится, да. Будем им бешить их сейчас просто как втало, я тебе просто покажу, что такое корабли в моих руках, какой я командир, как бы. Вперед, морфлот, как говорится, давай посмотрим. Итак, значит, будем прикрывать наших. Нажимаем карту. Можно сделать, кстати, автопилот, да, то есть ты можешь плавать по автопилоту, то есть вправо-влево, можешь вот через shift прокликать, как ты будешь обходить противника, например, с какой стороны, и, соответственно, отшимбенивать. Давай мы с тобой пройдем, наверное, давай проложим маршрут с тобой, вот такой вот. Вот такой вот маршрут мы проложим, и зайдем к коварному противнику, к вонючке-негодяю позади. То есть, хотя нет, может быть... Нет, давай именно... Нет, или с нашими пойдем. Нет, пойдем с нашими, давай пойдем с нашими. Блин, я играю здесь в какие-то это... В какие-то кораблики, смотри, на карте. То есть, я не вижу происходящего, но тем не менее. Давай, короче, давай так пройдем. Давай вот таким вот образом протянем нашу линию. Посмотрим, куда мы дальше уже будем двигаться. Можно сделать вот таким вот образом, наверное, лучше. Давай, короче, понеслась. Ну что, пацаны, противник прямо по курсу? Нифига не видно, где противник. Привет! Привет, египетский фараон! Как ты сегодня? Это другой корабль. Тут 3 корабля разных, да? То есть Левиафан, Гуль, по-моему, и Октопус. Октопус. А это кто? Это что за киса? Корабль черепокисы. Черепокисный корабль. Давай, короче, сейчас будем шатать, шимбенить вообще просто. Вижу! Вижу на горизонте, прямо по курсу! И еще один. Полный стоп, братья! Нет, мы обходим. Нет, да! Стоп! Стоп, братья! Полный назад, братья! Давай. Показываю.
как делают настоящие левиафаны. Будет попадание? Не будет попадания. Еще линкор противника. Полный назад! Полный назад. Меня начнут... будут прокидывать. Боже мой, мне нужно свестись. Он обходит нас. Один обходит нас. Черт побери, я один. Я один на краю. Один я на краю, счастье себе накую. Я вертел всех на нем. Ту-ту-ру-ту-ру-ту. Так, ладно, давай попробуем. Давай попробуем прошимбинить. Они слишком быстро двигаются. Это очень маневренные корабли. Я не могу здесь, я не могу там. Так! Нет, недолет. Недолет, братья мои и сестры. Слишком быстро двигается. Вот этого вот могу, в принципе, поймать. Мы сейчас двигаем... Вижу. Вышел из-за туч. Давай, 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 маленький. Давай, 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 давай. Стоп. Тормознем. Тормознем немножко. Тормознем немножко. Дадим, дадим, дадим. Вот сейчас будет попадание. Смотри, показываю. Передаю координаты цели. Почти. Он уходит в другую сторону. Как он так быстро это делает? Ёлки-палки, не может быть. Хорошо, хорошо, мы с тобой нормально. Мы с тобой нормально двигаемся, ребята. Я сейчас пробью его. Это моя жертва. Это моя жертва. 1/4 полный вперед. 1/4 вперед. Нет, слишком быстро. Не свелись, мы не свелись. Мы не свелись, ребята. Попадание! Практически еще одно попадание. Давай ББшку зарежем. Зарядим, точнее. Двигаемся, двигаемся. Это наш таргет. Это наша цель. Давай, 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 давайте, маленькие, заряжайтесь, пожалуйста. Мы с тобой должны, брат мой. Вот это четко сейчас будет, смотри. Показываю. Даданч! Вот это я понимаю. Очень меткое попадание, братья мои. Вот маневрирует, а. Он починился, починился. Смотри, уходить за скалы собрался. За скалы собрался уходить. Здесь мы его и поймаем. Маневрирует, маневрирует. Смотри, смотри, Мансит. Мансит какашечный, смотри. Даем, даем! Давай! Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Там торпеды наши. Так, направо, направо, направо. Берем правее, берем правее, берем правее. Черт побери. Он ушел. Как он смог уйти? Он в инвиз какой-то ушел, слышь? Вот это мой таргет, мой таргет, мой таргет. Назад, 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 полный назад. Вот это мой таргет. Вон там мой таргет едет. Понеслась. Давай, сладкий мой. Ты не на того левиафана нарвался. Давайте, воины мои, матросы мои! Эй, а чё недолёт? А чё недолёт, а? Нам нужно вот так немножко взять. Другой курс немножко возьмем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, сейчас меня будут жимбенить, мне кажется. Должен! Должен! Нет, 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 не должен, не должен. Меня обнаружили. Меня обнаружили, короче. Эх, почти! Почти касаточку. Он уходит туда, он уходит туда, он горит. Его горящими, мне нужно ББшками попасть. Хорошо, его закидывают, пацаны. Пацаны его закидывают. Чё впереди? Впереди все окей. Нам нужна победа. Давай попробуем прокинуть. А вот так вот попробуем прокинуть. Все, минус, минус, пацан. Минус, пацан, это я силой мысли, естественно, его пришимбинил. Давай, короче. Если бы не мое огневое прикрытие, то ничего бы хорошего здесь не... Отличненько, отличненько. Теперь нам нужен вот этот мальчик. Теперь нам нужен вот этот вот парень. Вот этот вот молодой человек. Достанем, нет, фиг его знает. Должны, должны доставать. Давай, маленький! Давай, сладкий мой! Недолет! Недолет, старичок. Ладно, ничего страшного. Берем, 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 берем правее. Будем заходить к ним сзади. Будем заходить к ним вот таким вот макаром. Смотрим, смотрим, что у нас есть по обнаружению. Активирован автопилот. Вот так вот сделаем. Вот так вот попробуем пройти. Прям в упор подходить к ним не будем. Будем стара... Опа-на! А здесь заливочный пацан. Откроем его, нет? Он в инвиз ушел. Ты смотри-ка, а. Ты смотри-ка, а. Касатик, а.
Он меня хочет забрать. Да, он... Где, 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 где линкор? Спокойно, братья мои. Шатаем дальше. Вот это напряга. Вот так вот возьмем. Вот так вот возьмем. Не поворачивает. Нет попадания. Нет попадания. Автопилот выключен. Вырубаем автопилот. Будем жарить его. Кто там? Кто-то меня... Меня жмут. Меня жмут, видимо. Ладно, братья мои и сестры, не сдаемся. Накидываем вот этому. Хорошо, есть небольшое попадание. Очень маленькое попадание у нас. Это кто? Моя жопа! Пожарная тревога. Поехали, 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 поехали. Это то говно маленькое! Торпеды! Боже мой! Матросы! Развернуть орудие! Вот это я понимаю! Торпеды по левому. Он слишком быстр! И вонюч. Прячешься, да, маленький? Жарит меня. Пожарная тревога. Жарит меня. Жарит меня, хороший мой. Сзади! Господи! Братья! Уходим, 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 уходим. Здесь торпеды! Где торпеды? Торпеды. Правее, 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 правее! Торпеды за кормой. Торпеды за кормой, братья! Пожарная тревога, братья! Прошимбеньте, прошу вас! Дайте ему! Практически залили! Зашла! Одна зашла! Набирай воду. Какую воду? Чинить! Давай! Ремонт пошел. Торпеды по правому борту. В твоих! В твоих там, смотри! Мимо! Этого дали, этому жарканули. Фу! Мой левиафан. Давай, братан, вот и ты чувствуешь, даже жарина какая, а? Смотри, смотри, торпеды пускает там. Вот этого я должен забрать, мне нужно забрать торпеды его, мне нужно его причехлить. Борту. Мне нужно его причехлить. Торпеды у нас по правому борту. Давай! Мои! Мои! Он слишком быстр, надо как-то рассчитывать, посмотри-ка, а? Он слишком быстр. Все хорошо идет. Все идет как надо. Один корабль, это последний вражеский корабль остался. Фух, еле выжили, братан. Братишки мои, сестренки. Сейчас его заберу. Показываю как. Да? Да? Нет! Он мне нужен. Я хочу его. Я хочу его очень сильно. Давай попробуем подрасчитать. Давай попробуем подрасчитать, братья мои. Пожалуйста, мне все, что мне нужно, это подрасчитать. Мне нужно подрасчитать. Все, что мне нужно, это подрасчитать. В инвиз ушел. А, вон еще... Ох-ох-ох. А это не шутки, ребята. Их там двое. Их там двое, два таргета. Нас больше. Так попаду? Должен. Должен! Зашло! Нормально, нормально. Но это огненные, это не те. Мне нужно ББшки. Мне нужно ББшки. Нужно добить вот этого малыша. Нам нужно забрать вот этого малыша, ребята. Блин, у меня прям вообще... Не, ну по идее мы побеждаем. Я не думаю, что они нас вдвоем разберут, как бы. То есть вот этого малыша остается подбомбить, как бы. Не свелся прицел. Надо сейчас вот взять вот эту обилочку, которая у меня на Y. Фух! И еще один остался. И еще один малыш. Но с этим мы разберемся быстро, я думаю. Сейчас зарядятся ББшки, короче. Проходимся по нему, и ему капздец. Все, что мне нужно будет, это зарядить. Мой фраг.
Смотри, братан. Да, Данч! А почему не... Да! Линкор врага потоплен. Эй! Вот это я понимаю. Вот это да! Личный результат. Получено за бой. Боевая эффективность. Попал! Вывел из строя. Уничтожил. Поджег. Попал. Обнаружил. Нифига себе! Всех уничтожил, короче. Всех победил. Ты чувствуешь моего Левиафана в действии? Вот это я понимаю. Давай подкроем еще с тобой сундук. Вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю. У меня больше нет контейнеров, да, я получить не могу, к сожалению, сейчас. Мне не хватило чуть-чуть опыта. Ну, что можно сказать? Мне нравятся вот эти вот темные мрачные корабли, да, видишь, здесь есть Октопус, Левиафан и Гуль, как бы. Если хочешь, поиграю потом еще за какого-нибудь тебе. Посмотри, какие. Это быстрый корабль, видимо, да, такой быстрый, резкий, дерзкий, как пуля, короче. Ну что, братья мои и сестры? Естественно, как получить, поиграть, точнее, World of Warships. Игра бесплатная, я тебе оставляю ссылку в описании. 5 дней. На 5 дней ты получаешь премиум, если заходишь, играешь. Ну, то есть это увеличенный опыт, всякие разные плюшки. Получаешь удовольствие, как бы, если ты еще не играл. В общем, спасибо тебе за просмотр. Я получил удовольствие, надеюсь, ты тоже. Пока-пока, дружище. Увидимся. Муа.